Привет. Собираюсь делать видео о том, как я делаю прививки. Не так, как правильно. Ну, как делаю, я покажу. Сперва с того, откуда я беру материал. Вот отсюда веточку снял. Примерно вот так она была. Где-то была. Еще где-то срезал. Вот здесь, по-моему. Ну, короче, дальше. А это уже вот помощник. И будем прививать вот на эту сливу. Это абрикос, кстати. Срежем примерно вот здесь. Ну, вот еще материал. Выбираем самое такое оптимальное место. Думаю, вот здесь. Ну, короче, пробуем резать здесь. Если не получится, отрежем ниже. И в конце осторожнее. Так, достаем такой садовый кинжал. Опа. Можно использовать любой ножик. Главное, чтобы он был очень острый. Ну, можно вот эти заусенцы как бы снять чуть-чуть. Ну, он такой ровный. Или вот так можно сделать, снять их чуть-чуть. Самый вот шишечка. Самые оптимальные места, наверное, вот здесь посадить, вот здесь и вот здесь. Думаю, три штуки будет нормально. Вот так. Вот почку оставляю здесь, а вот здесь сведу на. Да, это ножик тупой. Ладно, еще один. Давайте вот этот тоненький. Почку вставляю здесь и от нее примерно ухожу в ноль. Она еще и тверже, чем другие. Да. Даже прививку делать на камеру сложнее. Ну вот так. Теперь делаем надрез неглубокий, только чтобы кору прорезали. И вот этой штучкой можно и так ножичком раздвинуть кору. И сюда втыкаем веточку.
Еще чуть-чуть надо. Упс. Мне самому интересно, приживется, нет? Вот так. И вот здесь еще один. Упс. Так. Дальше берем изоленту. В нашем случае черного цвета. Но лучше использовать не такую, чтобы как можно меньше его солнце припекало. Белую, например. И как можно плотнее стягиваем. Ух, ну не совсем, без фанатизма, как говорится. Изолента нужна, чтобы не попадал воздух вот в эти места. Я сяду вот так. Наверное, хватит. Можно было бы еще вот так стянуть чем-нибудь. Так, теперь достаем из кармана пластилин. Надо выбирать такой, чтобы он был более мягкий. А в кармане потому, что чтобы он не затвердел на холоде. Но сейчас чуть прохладно. И вот все, что есть открытого, куда может попасть воздух, это все закрываем. Можно здесь использовать садовый вар, но мне кажется неправильно, потому что садовый вар же он как жир, и как будет солнышко припекать его, он будет подтекать вот как раз к нашим прививкам и не будет давать им заживать. Ну, проблема то, что он не может при... В общем, надо, чтобы он прилепился сюда каким-нибудь образом. Не такой пластилин, короче. И вот такими кусочками его надо закрыть, вот эти все.
кто считает, что мое мнение насчет садового вара неправильно, напишите мне в комментариях, пожалуйста. И он может и хороший в садоводстве, но не для прививок. У нас один день весна, другой день, да, весна работает сутки через двое. Ну вот, вроде так как-то. Все. Законсервировали его таким образом. Так, можно даже вот, вот сюда его прилепить. Чтобы влага не испарялась. Так. Еще надо где-то так целлофанку. Это чтобы влага во время солнца. Вот допустим, у нас завтра будет солнце. Чтобы влага быстро не испарялась. Вот сюда можно еще веточку так привязать, чтобы веточка держала за кулечек, чтобы его во время ветра не перебило, чтобы веточки не тревожились. И также изолентой черной. Также можно вот здесь стянуть их, ну не проволокой, а ну нормально. А когда выйдет солнышко, можно будет здесь еще вот в кулечке сделать дырочку, ну чтобы воздух проходил. Ну давайте еще вот еще. А это абрикос, абрикос на абрикосе, короче. Так, а сюда не буду одевать кулечек, только вот эти почки считаю, что они лишние, это цветки, а нам нужны вот эта почка. Ну я вроде вот это, ну вот это хороший, так что ее лучше вот так и отрежем. Так, а это слива, только абрикос здесь ранний, другой сорт. Все зависит от... Кирюшик, не будешь еще трогать, да? Вот это старые прививки. Здесь.